Общественная палата Платовского муниципального района действует 22 августа 2019 года на основании положения об общественной палате Платовского муниципального района. Так как общественная палата Платовского муниципального района начала свою деятельность 22 августа 2019 года, то мы будем говорить об итогах ее работы в прошлом году за 4 месяца. Одной из самых продуктивных работающих комиссий является комиссия по социальным вопросам, которую возглавляет Татьяна Васильевна Шмелева. Данная комиссия внесла свои ценные предложения по сохранению облика старого города, много сделала для того, чтобы наш объект исторического наследия, дом Шмидта, получил финансирование и был включен в список зданий для проведения.